Добро пожаловать на канал Hardrisk Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A03. И сейчас мы разберемся, как убрать либо добавить Google аккаунт на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в... Можем перейти в Play Market, например. И, как видим, у нас есть Google аккаунт, но мы хотим его убрать. Нажимаем на иконку аккаунта в правом верхнем углу. Нажимаем на стрелочку вниз. Появляются еще две функции. И мы выбираем настройки аккаунтов на устройстве. Выбираем аккаунт. И нажимаем удалить учетную запись. Удалить учетную запись. Окей. Подтверждаем наше решение вводом графического ключа. И на этом все. Учетная запись была удалена. Как добавить Google аккаунт на данном телефоне? Мы переходим для этого в настройки. После чего спускаемся вниз. Спускаемся к разделу учетной записи и архивация. Управление учетными записями. Добавить учетную запись. Выбираем здесь из списка Google. Здесь мы вводим телефон, либо адрес электронной почты, либо логин. Нажимаем «Далее». А теперь мы должны ввести пароль от нашей учетной. Мы ввели пароль. Теперь нажимаем на кнопку «Далее». Далее. Спускаемся вниз, нажимаем «Принимаю». Еще «Принять». И на этом все. Аккаунт был добавлен. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!